Здорово, дорогие друзья! Вы находитесь на канале, посвященном Канаде. И у меня есть интересные новости для вас. Каждый год Министерство иммиграции Канады публикует ежегодный отчет по иммиграции в рамках системы Экспресс-Энтри. Кто не знал, Экспресс-Энтри-система – это основной миграционный путь, который предоставляет федеральное правительство Канады для иностранных квалифицированных рабочих, желающих эмигрировать в Канаду. И вуаля! Ежегодный отчет у меня в руках, а также в ссылках в описании под роликом. Ведь если я что-то говорю, я стараюсь ссылаться на официальные источники информации. Можете посмотреть сами, а можете послушать этот ролик. Так вот, сегодня ролик будет посвящен 6 фактам иммиграции в рамках Экспресс-Энтри-системы. Но самое важное для вас, дорогие друзья, я сегодня вам расскажу, какие 5 самых популярных вакансий, профессий, я бы сказал так, иммигрировали в Канаду в рамках Экспресс-Энтри-системы. Да, есть топ-5. Профессий, которых больше всего эмигрировало в Канаду, людей, которые работают в рамках данных профессий, эмигрировало в Канаду через Экспресс-Энтри-систему. Давайте так, кто хочет конкретно узнать, что это за профессия, смотрите, у меня ролик делится на определенное количество фактов. Вот переключайте сразу к факту номер 3 и начинайте смотреть именно про профессии. Все остальные, кто хочет посмотреть в общем информацию, например, какая самая основная провинция для иммиграции в Канаду в рамках Экспресс-Энтри-системы, сколько по времени рассматривается примерно иммиграция в рамках Экспресс-Энтри-системы и тому подобное, вы, пожалуйста, смотрите ролик с самого начала и до конца. Обязательно потом поставьте лайк, колокольчик, все дела. Мы начинаем, поехали! В первую очередь я хочу что сказать. Ежегодный отчет в этом году был предоставлен правительством Канады в период с января по декабрь 2021 года. Более новой информации нет ни у кого. Ни у меня, ни у правительства Канады, даже у Трюдо нет такой информации. Потому что каждый год правительство Канады выкладывает за предыдущий период. То есть статистику за 2022 год мы узнаем только в конце 2023 года. Так, начнем. Факт номер 1. Иммиграция через Экспресс-Энтри увеличилась. К концу 2021 года иммиграционная служба Канады получила в общей сложности 443 тысячи заявок на иммиграцию в рамках Экспресс-Энтри-системы. На минуточку, это на 23% больше, чем в 2020 году. То есть, как мы видим из статистики, иммиграция увеличивается и еще раз увеличивается. Факт номер 2. Через Экспресс-Энтри-систему могут пройти не только гении. Да, дорогие друзья, смотрите, какая интересная информация. Большинство людей, которые попали в пул Экспресс-Энтри системы, имели баллы ранжирования от 351 до 400. То есть фактически это вот основной костяк Экспресс-Энтри системы. Есть люди, у которых больше баллов, это вообще какие-то очень умные люди. Есть люди, у которых меньше баллов, которым надо куда-то стремиться. Основной костяк людей был 351 балл-400. Это очень интересно в рамках того, что вам может показаться, что у вас небольшое количество баллов. Скорее всего, если вы вот в этот пул попали, значит, вот у вас достаточно, либо надо что-то немножко, ну, добавить там, язык чуть-чуть подтянуть, дополнительно добавить язык, там, не знаю, опыт работы канадский накидать и тому подобное. Так, самый интересный факт. Внимание, факт номер 3. Канаде в большинстве своем нужны рабочие руки. Смотрите, я сейчас вам расскажу о 5 наиболее распространенных профессий среди получателей приглашения на иммиграцию в Канаду за 2021 год через Экспресс, мать его, Энтри-систему. Смотрите, первая профессия в топе – это у нас сотрудники сферы общественного питания. Внимание, 13 097 человек эмигрировало в Канаду в рамках Экспресс-Энтри-системы, у кого основной опыт работы был в сфере общественного питания. Вторая по топости, так сказать, профессия – это администраторы-помощники. Таких эмигрировало 5930 человек. Дальше идут руководители розничных продаж. Таких людей эмигрировало 5020 человек. Дальше идут инженеры-программисты и дизайнеры. Таких людей эмигрировало в рамках Экспресс-Энтри-системы за 2021 год 4916 человек. И пятерку закрывают всеми нами любимые повары. Таких людей эмигрировало 4624 человека. Вам может показаться, что это очень мало, но с точки зрения иммиграции в рамках конкретной Экспресс-Энтри-системы это очень много. Напоминаю, что Экспресс-Энтри-система это вообще не иммиграционная программа, это некий пул иммиграционных программ, в которых работает федеральное правительство на иммиграцию. Есть также провинциальные программы, которые идут особняком, идут всякие пилотные проекты и тому подобное. Туда это все не учитывается. В данном случае учитывается конкретно иммиграция в рамках Экспресс-Энтри-системы. Едем дальше. Смотрите, факт номер 4. Иммиграция через рабочую визу увеличивается.
очень классно. Внимание, вот сейчас прошу вот обратить на это внимание. Почти 4/5, а если быть точным, 79% всех заявок на иммиграцию в Канаду и получение вида на жительство Канады через экспресс-энтру систему поступило от заявителей, желающих эмигрировать в Канаду через Canadian Experience Class программу. Напоминаю, что Canadian Experience Class программа – это основная программа, по которой эмигрируют люди, которые, внимание, имеют опыт работы на территории Канады. Поэтому, внимание, почти 80% иммигрантов через экспресс-центр систему прошли по Canadian Experience Class программе. Что это означает? Канада явно дает вам понять. Езжайте в Канаду и работайте, нарабатывайте канадский опыт работы, пресловутый всеми нами ненавидимый канадский опыт работы, и после этого в рамках Canadian Experience Class программы иммигрируйте в Канаду. Пожалуйста. Так что для нас с вами что? Что это означает? Этот факт означает, что мы едем по рабочей визе, работаем и подаемся на иммиграцию в рамках какой-либо программы. Если ты хочешь, можно через Canadian Experience Class программу, если хочешь, можно через какие-нибудь другие интересные программы. Давайте дальше. Факт номер 5. Иммиграция – это медленно. В нашем случае иммиграция через экспресс-центр систему – это медленно. И сейчас объясню, почему. 80% заявок на иммиграцию в рамках экспресс-центр системы были рассмотрены, внимание, за 9, мать его, месяцев. То есть, представь картину. Ты подал документы, и 9 месяцев, то есть ты проходишь по иммиграционной программе, 9 месяцев правительство Канады рассматривает твои документы. 9 месяцев. 9. Не 2. Не 3, не 4, 9 месяцев. Так что, если ты хочешь эмигрировать в Канаду, жди, учись ждать, потому что сейчас бэклоги, не бэклоги, проблемы, не проблемы, проблемы с обработкой заявлений и тому подобное, это все есть. И правительство Канады с этим смирилось, они пытаются что-то сделать, у них, конечно, не очень хорошо это получается, но они стараются что-то сделать. Вот, и давайте посмотрим про интересный факт номер 6. Онтарио, в соответствии с статистикой, является основной провинцией по иммиграции. Смотрите, среди тех, кто эмигрировал через экспресс-центр систему, 96 535 человек указали, что они будут жить в Онтарио. Вот просто смотрите, статистика за 2021 год. 96 тысяч человек только эмигрировало в рамках экспресс-центр системы в Онтарио. Давайте дальше. Второе место у нас Британская Колумбия. В Британскую Колумбию иммигрировало 35 735 человек. Повторюсь, это иммиграция в рамках экспресс-энтри системы. Мы сейчас не затрагиваем другие программы. Там тоже есть свои люди, которые иммигрировали. Тоже все есть, тоже все хорошо. Мы сейчас конкретно говорим с вами по экспресс-энтри системе. И на третьем месте провинция Альберта. В провинцию Альберту иммигрировало 12 082 человека в рамках экспресс-энтри системы за период с января по декабрь 2021 года. Что это все нам дает? Да ничего особенного. Вы просто хотели узнать, какие профессии более нужны, какие профессии более важны для иммиграции в Канаду. Скажу честно, все профессии нужны, все профессии важны. Любой человек, который имеет определенную профессию, которая ему кажется популярна, имеет право иммигрировать в Канаду. Если же тебе твоя профессия кажется непопулярна, зайди на сайты по поиску работы, такие как Indeed, набери название своей профессии, посмотри, сколько по всей Канаде на сегодняшний момент ищут специалистов, таких замечательных, как ты. И ты дашь себе ответ, популярна твоя профессия для иммиграции и для поиска работы на территории Канады, либо непопулярна. Дорогие друзья, в целом, меня потряс один факт. Один факт. И это очень круто. Что количество людей, которые подались в рамках экспресс-центр системы, увеличилось на 23%. И это очень круто. Просто вслушайте, 444 тысячи человек подали заявку на иммиграцию в рамках экспресс-центр системы. Понятно, что им всем, это не значит, что им всем раздали вид на жительство Канады. Это все те люди, которые за один год заинтересовались иммиграции в рамках экспресс-центр системы. Это очень круто. Я считаю, что Канада идет верными стопами. Единственное, что я бы на их месте бы немножко бы уменьшил бы сроки рассмотрения документов по различным типам виз. Ну, потому что это реально проблема. Ну, подождите, 80% заявок на иммиграцию в рамках экспресс-центра системы были рассмотрены за 9 месяцев. 9 месяцев. За 9 месяцев ребенок рождается, понимаете? Плод, сволочь, появляется в животике, растет и выходит за 9 месяцев. И за 9 месяцев 80% заявок в рамках экспресс-центра системы были рассмотрены. Ну, это как вообще, вы что делаете? Ну, а по поводу того, что большинство из них было в рамках Canadian Experience Class программы, это для меня не новость. Я на протяжении уже нескольких лет вам толдычу с утра до вечера. Ищите работу, через работу езжайте, езжайте, езжайте. Канада хочет, чтобы вы приехали уже с джоб-оффером и бла-бла-бла-бла-бла. Меня никто не слушает, потому что все думают, что уехать в Канаду нереально. Зайдите в мой плейлист, который называется «Интервью». Ну, а на сегодня все, дорогие друзья. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всего хорошего.
Напоминаю, ссылки в описании под роликом есть официальный источник. Иди прочитай его. Пока.